Привет всем! Сегодня мы будем перепрошивать смартфон High Screen Zero F. Все, что надо, вы найдете в описании, или ссылка будет на файлы, или на сайт, где можно скачать. В общем, вам надо три папки скачать. Папку с архивами, одну папку с прошивкой, одну с драйверами и третью с прошивальщиком флешту. Все закидывайте на рабочий стол. Вот такие три папки. Распаковывайте архив, устанавливайте вот этой экзешкой, ну, смотря какой у вас, это универсально. После этого распаковывайте, естественно, прошивку. Кстати говоря, это прошивка на High Screen Zero F Revisia S. Ревизию вы можете понять, какая у вас ревизия, взглянув под батарейкой, в левом углу внизу написано рев, например, А, Б, С, разные ревизии. В данном видео прошивка предоставляется от ревизии S. Прошивку разархивируем, после этого заходим, ну, естественно, архив с флештулом тоже разархивируем. Заходим в папку флештул. Запускаем флештул. До этого всего вам, кстати говоря, надо зарядить хотя бы на 30% батарейку каким-нибудь способом. Нажимаем вот на вкладку Scatter Loading, добавляем scattered файл, который находится в папке с прошивкой, и здесь убираем галочки с Preloader, Cache и User Data. Нажимаем на Download. Да. И подключаем выключенный телефон по USB шнуру к ноутбуку или к компьютеру. Все, у нас процесс прошивки пошел. Если что-то пойдет не так, то есть вот такая красная, а затем желтая строка не будет бежать, это значит, вы поставили драйвера неправильно. Перезагрузите свой ноутбук или компьютер, установите еще раз драйвера. Подключайте, отключайте телефон и у вас тоже все получится.
Если вы видите такой зелененький кружочек, значит, все прошло удачно. На этом я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч.